В Химках отметили жителей, успешно сдавших нормы ГТО. Золотые знаки отличия вручил олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. Пускай этот значочек будет маленьким толчком уже к более высоким результатам. И я уверен, что те, кто занимаются, они пойдут дальше. Награды получили 75 человек. Среди них первоклассница Доминика Новцева. Нормы ГТО прошла еще в детском саду. Рассказывать сдавать было просто. Еще с 2 лет девочка со спортом на «ты». Больше всего я люблю бег. А почему? Просто у меня очень это хорошо получается, и я очень быстро бегаю. Елена Очнева преподает физкультуру в детском саду. Сегодня привела на награждение своих воспитанников. Их интерес к спорту Елена поддерживает своим примером. Сдавала нормы ГТО вместе с детьми. Мы прививаем любовь к спорту детям, чтобы они занимались, увлекались и дальше после детского сада продолжили занятия в спортивных секциях, в кружках. Химки – один из самых спортивных муниципалитетов Подмосковья. На сегодня нормы ГТО выполнили более 2000 жителей городского округа. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.